Пришло время абстрагироваться от обыденного и на ближайшие 10 минут полностью посвятить себя искусству. В роли музы выступит программа «ArtNavigator» и я, Анна Ельникова. Всем горячий привет! В понедельник, 11 февраля, на сцене Линкольн-центра состоялся грандиозный гала-концерт «Звезды 21 века». Одна из самых ярких звезд упала нам прямо на ладони. Мы готовы поделиться светом этой звезды, человека, который вращает Вселенную вокруг своей оси и летает наяву, окрыленной музыкой. Сегодня в нашей рубрике «Эксклюзив» ведущий солист балета Большого театра Николай Тсискаридзе. Как Тсискаридзе говорит сам о себе, он человек спектакльный и не любит участвовать в концертах. Как правило, трудно идет на уговоры о гастролях и по возможности этого избегает. Но дело в том, что я вообще к гала-концертам отношусь плохо. Не конкретно к этому, вообще. Мне легче станцевать спектакль от начала до конца, чем взять какой-то кусочек и станцевать. Но если уж он за что берется, то всегда доводит до конца. Гала-концерт «Звезды 21 века» в Нью-Йорке с его непосредственным участием прошел под восторженные аплодисменты покоренных его мастерством зрителей. Профессионал высшего уровня Тсискаридзе еще много лет назад отложил розовые очки в сторону. Для него балет уже давно стал образом жизни. Так и на прошедшем выступлении в Нью-Йорке, уставший после перелета артист, по инерции продолжал летать в облаках. Я стоял и думал, а где я? Почему, кто эти люди? Еще в начале 90-х годов проницательные японцы назвали юного Николая Тсискаридзе танцовщиком 21 века. Он действительно уникальное явление в балете на рубеже тысячелетий. Артист с оригинальным восприятием мира, стилем и манерой танца. Рожденный гением, в детстве он, оказывается, мечтал вовсе не о пируэтах и бальных туфлях. В один прекрасный день меня спросили, а кем бы ты хочешь быть? Я сказал, я хочу быть директором зоопарка, чтобы ходить туда бесплатно. Потом я хотел был очень начальником быть милиции. Ну, потому что моего отчима штрафовали все время на моих глазах. Я думал, что если я буду начальником, моему отчиму не будут штрафовать. Как все яркое и неординарное, искусство Николая Тсискаридзе пленяет одних, раздражает других. И, конечно же, как и в жизни, по ту сторону занавеса возвышенные чувства соседствуют с приземленными эмоциями, такими как зависть и ревность. Когда ты в это попадаешь, ты понимаешь, что все равно человек стоит и психологически считает, сколько у тебя букетов. А сколько раз тебе крикнули «Браво!», а сколько раз ты пошел кланяться. И нервничать начинает рядом. Ну и так далее. А слово за слово можно уйти далеко. Потому как бы вот это самообладание, оно вещь сложная, и этому надо учиться. Список премий Николая Тсискаридзе растягивается на несколько километров, так же, как и список сыгранных им ролей. Когда человек не стремится к чему-либо, он заканчивается. Следуя такому принципу, Николай Тсискаридзе в своем воображении отвел для себя финальную роль. Вот все. Пожилую старуху играл, молодую девушку играл, героев-любовников героем был. Ну, все возможные амплуа, да? И стариков это. А вот только вот роженицу мне не удалось пока исполнить. А так... Резюме. Николай Тсискаридзе. Его прыжок отмечен среди небывалых достижений премьеров Большого театра. Любит слушать оперу, читать книги, путешествовать, смотреть мультфильмы, вкусно и сытно поесть. Не любит гладить одежду. Не переносит на дух критиков, не приемля хамства в принципе. Женат на балете. Терпеть не может, когда девушки вешаются ему на шею. В людях ценит скромность и интеллигентность. Мечтает стать миллиардером и ничего не делать. Мне странно, что при том, что я знаю, как я не люблю двигаться вообще, я могу лежать на кровати, и вот мне очень надоел канал, который идет по телевизору. А до пульта надо дотянуться. Я могу часами мечтать дотянуться до пульта. И не дотянуться до него. Вот зная вот эту свою особенность, зная, как вообще мне тяжело себя спать, что я стал артистом балета, вот это мне очень странно. На прошедших выходных в киноиндустрии наблюдались массовые денежные перемещения. Пришло время провести перепись миллионов американского бокс-офиса. Говорим о лидерах кинопроката.
На бэк-вокале в тройке лидеров Ханна Монтана и Майли Сайрис. Киноверсия знаменитых шоу «Маленькой звезды» от Walt Disney Pictures. Концертный тур был спродюсирован Кенни Ортега. Режиссером ленты стал ветеран компании Disney Брюс Хендрикс. Оператором фильма выступил Митчель Амансен, который в прошлом году запечатлел на видеопленку «Трансформеров». На прошедших выходных концертные кинохроники Ханны Монтаны украсили домашнюю коллекцию не только ее родителей, но и мирового зрителя. 11 миллионов долларов в кассе фильма и третье место. Второе место украшено шарами, цветами и праздничными растяжками с надписью «Добро пожаловать домой, Роско Дженкинс». Это название новой комедии Малкольма Де Ли, в которой папаша-одиночка становится ведущим популярного ток-шоу. Жанр коммерческой комедии изначально предопределил судьбу фильма, который уже через несколько недель затеряется в общем потоке конвейерных недолгожителей. Но пока еще свежо предание, нужно ловить момент. 17 миллионов долларов и второе место. На первой позиции сохранилось «Золото дураков» – авантюрно-семейная приключенческая история о нетипичной супружеской паре, которые по совместительству еще и искатели сокровищ. Вновь играют в любовь Мэттью МакКонахи и Кейт Хадсон. Крестным отцом совместного кинодетища стал режиссер Энди Теннант, именно тот, кто изобрел метод Хитча. «Золотом дураков» называют пирит – вещество, похожее на золото, но ничего не стоящее. То же самое можно ожидать и от фильма, ведь как корабль назовешь, так он и поплывет. По официальному курсу прошедшего уикенда «Золото дураков» приравнивается к 22 миллионам долларов. Первое место. В размышлениях на тему «Как провести выходные» лучшая подсказка – наша афиша. Если вы любите красивую смелую музыку, 21 февраля вам стоит оказаться в ночном клубе «Вангард» в Лос-Анджелесе на одном из главных музыкальных событий года – концерте группы «Мумитроль». В свое время они оставили большой след как в истории музыки, так и в душах многих поклонников. И по сей день для огромного количества меломанов «Мумитроль» остается живой, сильной и несравненной группой. 21 февраля в Лос-Анджелесе в гламурном голливудском ночном клубе «Вангард» пройдет долгожданный концерт музыкантов. Пока не поздно, заказывайте билеты на сайте www.rumajor.com. Gotham Boxing и Bash Boxing представляют 28 февраля в 7 часов вечера в Roseland Ballroom надежда русскоязычной общины Дмитрий «Звезда» Давида Салита продолжает свой путь к званию чемпиона мира по боксу. Дима – чемпион Северной Америки и третий в мировом рейтинге. Его рекорд – 27 побед, 0 поражений и 15 нокаутов. Также в этот вечер на ринге вы увидите бой чемпиона мира Дмитрия Кириллова. Не пропустите! Множество известных боксеров, 10 боев и все это в один вечер. 28 февраля в 7 часов в Roseland Ballroom по адресу 239 West 52 улица. Заказывайте билеты по телефону 212-755-1944 или на сайте salitatickets.com. Вопрос прошлой программы звучал так. Какой из указанных городов не носит название «Город-герой»? Правильный ответ – это сибирский город Барнаул. У нас определилось 3 победителя, ну а если вы не попали в их число, не расстраивайтесь. Сегодня у вас есть хорошая возможность исправить ситуацию. Будьте особенно внимательны. Прямо сейчас мы разыграем 3 замечательных приза. Чтобы получить один из этих призов, вам всего лишь стоит быстро ответить на следующий вопрос. Внимание, категория «Красная мельница». «Мулин Руж» – легендарное классическое кабаре в Париже, построенное в 1889 году на бульваре Клиши в районе Красных Фонарей. В «Мулин Руж» собирались не только представители среднего класса, но и аристократы, люди искусства и даже члены королевских семей. Сейчас звезды «Мулин Руж» известны главным образом по плакатам одного из художников, который с самого открытия кабаре стал его завсегдатаем. Внимание, вопрос! Какой художник является автором первых афиш, плакатов и литографий, рекламирующих «Мулин Руж»? Варианты ответа – Анри де Тулуз-Латрек, Пабло Пикассо, Эдгар Дега, Винсент Ван Гог. Не теряйте ни секунды и быстрее звоните по телефону 646-292-0208 или отправляйте свои ответы на наш электронный адрес artnavigator@rtvi.com и не забудьте указать ваше имя и контактную информацию. Пришло время прощаться, но расставание будет недолгим, поскольку уже через неделю я буду ждать вас на том же месте, в тот же час, с новыми искусными новостями. Всего вам самого-самого и побольше. Счастливо!